За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 37 жителей республики. На сегодня их общее количество 6463 человека. Данные опубликованы на официальном портале stopcoronavirus.rf. Всего с начала пандемии в Башкортостане выздоровели 4775 человек, за сутки выписаны 12. На лечении находятся 1667 пациентов. Летальных исходов по-прежнему 21. По данным Яндекса, в Уфе на 22 июля индекс самоизоляции составил 1 балл по 5-бальной шкале, означающий, что на улице очень много людей. Самыми сознательными в городах-миллионниках оказались жители Омска. Накануне там был зафиксирован наиболее высокий индекс самоизоляции – 1.3, а самый низкий уровень в Казани – 0,6.